Сочивка. Сочивка! Не получается у него удар, там, возможно, даже выпрашивали пенальти. Вроде как все чисто было. Смотрите, как Макавчик вышел, самый настоящий Нойер. И на Сочивка играет! Сочивка! И пас на Хвощинского! Наконец-то удар состоялся. Ну, Владимир как-то очень аккуратно пробил. Все игроки Минского «Динамо», почти все, кроме Дубинца, расположились в штрафной площади. И как раз первыми играют. Так, отскок и удар по воротам. Вот это интересно. Кто там? Барсуков промахнулся. Тем не менее, мяч у «Динамо». Владимир Хвощинский занимается не своим делом и подает зачем-то. Демченко! Удар по воротам. Мы говорили с вами, что сегодня Никита забьет, и он пристреливается. И это удар по воротам. Ничего себе, как задумал Костров. Хитрец. Возможно, его биончик в Гомеле так научил. О них тоже. Сокол. Сочивка, классный пас, Морозов, 1-1, Морозов! Третий гол в трех матчах для нападающего. Прекрасный пас из глубины от Сочивка. Не знаю, хотел ли так сделать Александр, или просто получилось. Тем не менее, классный гол от Минского «Динамо». Развалилась оборона Славии Мозырь, и 1-0. Снова отметим этот пас, который метров 30, наверное, мяч летел. Удар по Тарочи. Макавчик неуверенно играет. Добивание. И Славия сравнивает счет. Рябых забивает благодаря неуверенным действиям вратаря Минского «Динамо». Ну и... Неплохой пропуск Дубенца. В одно касание Владимир Хвощинский. Скорость у него отменная. Будет подавать. Владимир подает. Дубенец бьет головой. И мяч приземляется на сетку. Классно все сделали игроки «Динамо». Будет уже подавать угловой и разыгрывает через Никиту. Демченко, подача! И Бегунов выше всех выпрыгнул, но и мяч после его головы полетел очень-очень высоко. Такая скорость, зачем отдавать? Отдает Владимиру Хвощинскому. Владимир, вас на Рылоча, Рылоч. Роман Девескиба будет бить. Нет, это пас получается! И Хвощинский забивает, но гол не будет засчитан. Офсайд. И сразу 4 игрока появляются на футбольном поле. Низко. Такое ощущение, что он играет как центральный защитник. И Никита Демченко получает мяч на правом фланге. Демченко играет назад. И удар по воротам. Там Иваненко. Да, свирепо сегодня выступает как центральный защитник. Нижник играет назад. Опасно. Действуют игроки «Динамо». И ошибка. На ровном месте. Удар. Ну, по силе хорошо, по точности не очень. После очень грубой ошибки Дубатовки. Морозов выпрыгивает очень высоко. И Дубенец получит мяч. Дубенец. Никита Демченко. Демченко. И Иваненко, кажется, за пределы вышел. Но здесь Морозов. Что творит? Волшебник. Дубль оформляет нападающий Минского «Динамо». Там вратарь, правда, убил Никиту Демченко. Это омрачает немного положение дел. И, как мне кажется, в полете Иваненко вышел за пределы штрафной площади и должен был бы быть штрафной, если бы Морозов не забил. Но он забил, и таким образом отменяется у нас. Хорошо. Но вроде как Никита на ногах. Это самое главное. Даже носилки не нужно было нести.